сам я себя уничтожу. Смотри, какой он сразу стал. Делай вакцину, псих. Вы все инфицированы. Инфицирован теперь ты. Кровь, я вообще не дальше. Блядь. Ты быстро заболеешь теперь, урод. Да, мы, может быть, выживем. А может и не выживем. Зато я заберу его с собой. Ты бацилла! Ты тоже. А знаешь, ты же как врач уродец. Должен понимать, что после его передачи вируса, если у него иммунитет справится, то с тобой нет! Твой иммунитет не справится, потому что... Думаю, тоже не справится, у меня нет иммунитета. Я всем болею, что только можно. Ты уродица! Вирус мутирует в тебе и станет сильнее, чем в нем. Я сказал, что надо будет сделать эксперименты, вот и займешься ими. Займешься. Псих. А мне, наверное, жалко. Надо на покой уже. Ненавижу. Да. Макс, это все, ты в адеквате сейчас или нет, скажи. Зато... Станусь в этом. Пойдем что в теле? А ты что, время теряешь? А есть чем-нибудь кровь ему остановить? Не надо ничего останавливать. Он... А вдруг он сдохнет? Не сдохнет, она уже не идет такой силой. Смотри, видишь, она уже не теряет, он перестал настолько сильно. Она бы сейчас шла прям совсем фонтаном. Задача в том, что в любом случае сильный вкус не сильный, слюни. А знаешь, в чем еще самый прикол? После передачи вируса он мутирует и становится сильнее в этом человеке. Короче, как вы поняли, у него остается только один вариант. Это разрабатывать, наконец-таки, вакцину от этого говна, которую он изобрел. Если он не сделает эту вакцину, то мы и умрем все.